почему мы должны принять решение о прекращении этого общества? Мы должны одновременно исполнять обязательства перед кредиторами и одновременно продолжать модернизацию и вкладывать средства в инвестиционную деятельность. То есть такой возможности у индустриального нет? Такой возможности у индустриального на сегодняшний день нет. На какую сумму может общество, находясь в сегодняшнем состоянии, производить продукции? Порядка 650 миллионов рублей. 650-700 миллионов выручки может общество собирать? Да. Сколько на производство этого объема продукции ему нужно тратить денег? Порядка 700 миллионов. Кроме того, весь объем наших активов, ну, хоть приблизительно пока оцененные по рыночной стоимости, не покрывает уже имеющихся обязательств, которые к сегодняшнему дню, вернее, к началу этого года набрали. Так же? Все правильно. И это предпосылки для того, чтобы поговорить о том, что нету перспектив. Все процедуры ликвидационные с учетом установленных законом действий составят не менее 6 месяцев. Путем через заключение аренды на год. То есть мы, в принципе, то есть это рассмотрели, принимаем, то есть данное предложение такое, готовы заключить. И на этот год уже у нас есть составлен план инвестиций в районе 230 миллионов рублей. Реализовать его программу и мероприятия нужно в этом году. Эти мероприятия позволят добиться эффективного использования производства площадей и на участках, где будут полностью выполнены до конца года из расчета, то есть 100 килограмм на метр квадратный, получить урожайность. На 2020 год нам не запланировано 120 килограмм с квадратного метра. Имущественный комплекс передается в аренду. Пока имущественный комплекс находится в аренде, готовится документация на продажу на конкурсных условиях всего этого имущественного комплекса. Закрыть уже эту историю и закрыть ее корректно, нормально и ответственно. Вот, в истории края я тут посмотрел все, что не было пока такого. Лучший вариант – давайте забанкротим, и дальше уж кредиторы как хотят, пусть ходят, облизываются. Не думаю, что это правильная позиция.